Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, детишки! Переходим к новой теме. Сейчас я расскажу вам о правилах осторожности при еде. Речь у нас пойдет о микробах. Просто так их не увидишь. А вот если вооружиться микроскопом, это такой специальный прибор, который все увеличивает во много раз, то мы сможем увидеть те самые микробы, вирусы и бактерии. Их так много, особенно на немытых овощах, фруктах, игрушках и орешках. На всем немытом и неочищенном микробов целое полчище. И эти тучи микробов, очень вредные, все время норовят проникнуть к нам внутрь, чтобы там уже хозяйничать и болезни всякие развивать. Если этих самых бактерий очень много, то можно серьезно заболеть. Какие гадкие эти бактерии! Да уж, но иногда мы сами помогаем этим бактериям забираться к нам в организм. Особенно, когда кушаем немытые фрукты и овощи, орешки, например, прямо с земли. Или ягоды, прямо с веток. Правильно, овощи, фрукты, ягоды надо обязательно хорошенечко мыть перед едой. А еще лучше обдавать их кипятком. А еще много микробов на игрушках, так что нельзя их совать в рот. Ну и, конечно, нельзя забывать про руки. На грязных руках затаилась армия микробов. И чтобы ее победить, достаточно просто хорошенько помыть руки с мылом. А вот по поводу чистки зубов, чистить зубы надо обязательно по утрам и вечерам. Это тоже делается для того, чтобы на зубах не оставалось микробов и чтобы зубки не болели. По утрам и вечерам? А вообще рекомендуется чистить зубки еще и после каждой еды. Ого! Пришло время посмотреть мультик о новых правилах осторожности. Я уж думал, не дождусь. Смотри! Чашки и тарелки, убирайте крошки. Не ленитесь умывать грязные ладошки. Если глянуть в микроскоп, то увидеть разных можно вирусов на них, грозных и опасных. Там микробы притаились, смотрят из засады. Если грязь они найдут, будут очень рады. Для болезней создадут вирусное царство, и тогда придется пить горькие лекарства. Все микробы нам враги, это помнить нужно. Руки с мылом моем мы тщательно и дружно. Грязным, неопрятным даже дружбу заводить очень неприятно. В следующий раз мы продолжим знакомство с гигиеной и новыми уроками осторожности. Ну а сейчас самое время сказать ребятам: до новых встреч! Урок окончен!